Больше 90 поправок содержит новый законопроект по защите прав женщин и детей. Некоторые из них направлены на усиление ответственности за бытовое насилие. Об этом сообщил премьер-министр в кулуарах Сената. По словам Алихана Смаилова, сейчас документ, разработанный депутатами, находится на стадии согласования с госорганами. Вместе с тем глава Кабмина отметил, ранее внесенные поправки в действующий закон уже показывают свою эффективность. Законопроект по общественному контролю в отношении петиций был недавно принят, и он вступает в силу в апреле следующего года. Но вместе с тем я говорю, что мы работу по ужесточению ответственности по бытовому насилию сейчас проводим. И несмотря на то, что даже эта норма не вступила в силу, тем не менее государственные органы обязаны рассматривать обращения граждан. А петиция – это выражение, наверное, мнения большого количества людей, поэтому мы в обязательном порядке должны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.